Здравствуйте, друзья! Компания «Лям», Кузнецов Дмитрий. Выкладываем ролик нового из наших подписчиков. Автору спасибо. Оглумление над коллектором. Они даже уже собаки Первому каналу и Владимиру Познеру не верят. Я уже молчу про скрижали и Нострадамуса. До такой степени она заинтересована выполнить свою работу качественно, что, понимая, что из нее идиотку делают, все равно старается сдерживаться и вот подтверждать статус идиотки. Давайте послушаем глумление над коллектором. Здравствуйте, банк «Хомкредит». Меня зовут Черемна Светлана Леонидовна. Звоню по поводу Владилена Юрьевича. Здравствуйте. Это вы? Ну, это вы, Владилен Юрьевич? Вы же ему звоните. И спрашивайте, ему ли вы позвонили. Какая-то абракадабра получается. Ну, может же взять другой человек. Нет, это мы. Это вы. Здравствуйте, так, Владилен Юрьевич. Хорошо, да, что мы до вас дозвонились. А у вас сложная ситуация. По договору задолженность идет, сумма составляет 19 936 рублей 81 копейка. И период задолженности 380 дней. Владимир Юрьевич, вам необходимо оплатить вашу задолженность в течение 2 рабочих дней. Как вы будете вызвать оплату? Вы знаете, вот вы вчера новости вечером смотрели? По первому каналу? Нет, я работаю, мне некуда смотреть. Просто, честно говоря, вот я вчера новости посмотрел, в общем-то, я так понял, где-то в Насиловской горе нашли скрижали Нострадамуса. Вот. И, в общем-то, там как бы на этих скрижалях написано, что через буквально 5 дней, как бы, да, у нас будет глобальная катастрофа ядерная. В общем-то, ничего не останется на Земле. Поэтому даже смысла не вижу сейчас платить. Сейчас надо как-то, мне кажется, во все тяжкие, в общем-то, там, отрываться вот, последние дни. Вот, поэтому, ну, смысла нет, конец света через 5 дней. Вот. Может быть, уже, кстати, в интернете есть вот этот выпуск новостей, посмотрите, пожалуйста, про скрижали Нострадамуса. Вот, и, может, вы тоже как-то, ну, там, простите все вкладчикам, в общем-то, и, в общем, как-то примиритесь с вашими клиентами. Ну, Владимир Юрьевич, что это отговорки? Нет, если за это отговорки. Банк вправе передавать ваш договор в суд, сумма ваша. Ну, простите меня, ну, во-первых, Первый канал, да, то есть там всегда 100% правда, там ничего лишнего не бывает. По телевизору, может, хоть что рассказывать, Владимир Юрьевич? Я верю телевизору, как бы, тем более Первому каналу. Вот, потом Нострадамус, да, смотрите, ладно бы там была Ванга, я понимаю, у нее там 50 на 50 прогнозы. Вот, у Нострадамуса они все как бы в точку, да, вот если мы возьмем, все прогнозы Нострадамуса, они сбылись. Вот, и учитывая, что вот сейчас вот эти скрижали нашли Нострадамуса, которые, в общем-то, у нас там 300 лет найти не могли, да, вот, и была такая версия, что есть скрижали, их нашли, оказывается, вот в Сионе, понимаете, и ну, я Нострадамусу тоже верю, так же, как Первому каналу. Вот, поэтому, ну, нет смысла даже, ну, что 5 дней осталось, какой смысл сейчас напрягаться и что-то выплачивать, честно говоря, вот, ну, вы меня поймите просто, да, вот так, ну, все. Владилен Юрьевич, вам все равно придется произвести оплату, все, что вы посмотрели, это все сказки. Сжатые сроки вам вправе передавать ваш договор. Это Первый канал, это Владимир Познер, вы что, вы говорите сказки. Ну, что? Вы Познеру не верите? Юрьевич. Вы меня вообще... Далее на основании статьи 64 Федерального закона об исполнительном производстве вам право будет прийти в судебные приставы на общее имущество по месту прописки. Дом 17-1. Вы по этому же адресу проживаете? Ну, вы знаете, я думаю, что приставы тоже сейчас смотрят новости, Первый канал, тем более, что они сотрудники государственных служб. Сейчас люди работают. Владимир Юрьевич. Они тоже сейчас как-то сейчас уже стараются люди работают. Помириться с этим миром, да, как-то закрыть все свои дела, в общем-то, и готовиться к переходу в иное измерение, ну, учитывая, да, глобальную катастрофу, которую предсказал вот на этих скрижалях. Не будет никакой катастрофы. Ну, давайте... Владимир Юрьевич, вам придется оплачивать вашу задолженность. Говорюсь так, давайте... Вы будете оплачивать в добровольном или принудительном порядке? Я вам сейчас встречное предложение, знаете, вот такое есть невербальное и вербальное оферта. Я вот вам сейчас оферту озвучу. А давайте поступим следующим образом. Если через 5 дней мир не рухнет, вы мне звоните, я выплачиваю. Владилен Юрьевич, вам все равно придется оплачивать. Вам звонки поступают не один раз. Вот и вас лично свожу в Макдональдс в качестве компенсации за, в общем-то, вот там, ну, лишние какие-то труды, скажем так, да. Я думаю, это хорошая сделка. Владилен Юрьевич, вам придется все равно производить оплату.
Давайте договоримся с вами на платеж. Ну, когда вы сможете? Если через 5 дней вы внесете платеж, все правильно? Смотрите, если через 5 дней мир не рухнет, вы мне звоните. Мы сейчас с вами договоримся, если мир не рухнет, вы оплачиваете 4 числа всю вашу задолженность. Конечно, конечно. Данная сумма у вас имеется на руках? Да, вот прям в кармане лежит уже, да, даже больше. Я или вам все-таки предоставить рассрочку? Не, не надо, нормально. Я сейчас начал просто опять в карты играть в электричках и хорошо зарабатываю. Поэтому без проблем вообще. Разово платеж прям закрою все. То есть до 4 августа вы оплатите всю сумму? Если мир не рухнет, конечно. Поверьте, я сам не заинтересован. Где вы оплату будете производить? В отделении банка и все, без проблем. Ну, если мир не рухнет, конечно, заплачу, конечно. Как по-другому? То есть всю сумму вы можете оплатить сразу? Просто, представляете, раньше вообще, я сейчас поперло в карты прям выигрываю постоянно. Такой вообще. А ваши данные не менялись? У вас все то же самое? Вы проживаете там же, номер телефона все то же самое. Даже пол не менял, можете себе представить. Все то же самое, все. Хорошо, тогда я фиксирую, что вы 4 августа оплатите в отделение банка сумму 19 936 рублей 80. Да, но сделайте по-другому, если мир не рухнет. Если мир рухнет, я не смогу оплатить. То есть всю сумму сможете оплатить? Если, хорошо, я тогда зафиксирую. Если мир не рухнет. Это почему ли нам в течение 5 дней? Ну вот вам прогноз Нострадамуса ждем, что поделать. Это человек, который вызывает доверие, как и Первый канал, и новости, Владимир Познер. Ну, давайте на 3 число договоримся. Нет, нет, нет. Давайте на 4, мало ли что. Вдруг он там надеется. То есть 4 числа вы придете и оплатите, все да. Правильно? Да. Хорошо, я тогда фиксирую, что 4 августа вы вносите оплату, полностью закрываете вашу задолженность, сумма составляет 19 936 рублей 81 копейка. Будете оплачивать через отделение нашего банка, все верно? Да, с условием, если нет, не рухнет. Хорошо, ожидаем вас. Если данная оплата не поступает 4 августа, банк вправе будет передавать ваш договор в суд, и далее вправе будет прийти судебный пристав на опись имущества по месту прописки лиц, все верно? Так точно. Спасибо, тогда ожидаем вас оплаты. Всего да, доброго. Хорошего дня. До свидания. Хорошего, да. Вам хорошего дня. Новости посмотрите в YouTube, скорее всего, уже выложили. Очень интересно про Нострадамус. Хорошо, да, да. Спасибо, хорошего дня. Вам. Спасибо. Всего доброго, спасибо. До свидания. Знаете, друзья, здесь вот, мне кажется, если бы он добавлял после каждой фразы, вот автор наш, добавлял после каждой фразы, после каждого обращения вот к этой сотруднице слово «ты понимаешь меня, идиотка», то, в принципе, картина была бы дополнена, потому что в контексте именно так и звучало, в контексте всей этой беседы. Самое интересное, до какой степени они беспомощны, что, понимая вот этот момент, сами вот эти звонари, звонилки, ничего поделать-то не могут. А вроде как разговор конструктивный, вроде как человек соглашается, но все там определенные какие-то условия, небылицы выставляет, да. Но во всем этом разговоре четкая конкретная насмешка звучит, и не понять это невозможно, да, даже тем вот набором скудным мозговым, какие у звонарей имеются, да. Весело, смешно, спасибо автору, выкладываем. Ну а для тех, кто хочет воспользоваться услугами компании «Алиам», я в двух словах расскажу, что мы и кто мы. Компания «Алиам» является одним из крупнейших юридических операторов на территории Российской Федерации. Мы помогаем людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию, с банками, с МФО, с онлайн-структурами. Все, что вот в данный конкретный момент времени создает вот этот негативный фон в нашей стране. То есть боремся, что называется, с долговым рабством. Но не без вашей помощи. Что мы можем сделать для вас? Как? Это уже я вас перенаправлю на наш сайт. Ссылочка на сайт есть в описании этого любого другого ролика. Скажу одно, мы работаем по всей России. Независимо от того, где вы находитесь, посмотрите видео, и вам все станет ясно. Посмотрите, оставьте заявку на обратный звонок. Нам звонит. Звонить не нужно, не дозвонитесь, тяжело, очень практически нереально. А мы вам перезвоним в рабочее время по московскому часовому поясу, кроме субботы, воскресенья. Звонить мы будем с телефона, который указан на сайте. Запишите его для себя, чтобы не пропустить звонок. Для вашего удобства в правом верхнем углу сейчас выходит кликабельная подсказочка на наш сайт.
Также еще раз повторю, есть ссылочка на наш сайт в описании любого ролика. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Естественно, репост попрошу в соцсетях, кому не жалко. Группа ВКонтакте у нас есть, ссылка на группу в описании ролика. Желаю вам здоровья, счастья, финансового благополучия и финансовой грамотности вам и вашим близким. Всего вам хорошего, друзья. До свидания.